Здравствуйте, Степан. Скажите, пожалуйста, что здесь происходит? Дорогие друзья, сегодня мы находимся в городе Москва. В лаборатории рока и любви. В лаборатории рока и любви. С нами старший научный сотрудник Роман. Роман. И подопытный Степан. Вот так куются современные песни. Разноцветные дорожечки, которые содержат много энергии любви, теплоты и добра, которые очень скоро появятся у каждого в плеере и в жизни. Если хочешь оторваться от земли, словно мне по корабли, просто за руку возьми того, кто очень. Очень прекрасные люди меня окружают все это время, и царит великолепнейшая атмосфера креатива и позитива, которая очень скоро передастся всем жителям нашей планеты. Скоро наша страна Россия озарится величайшим позитивом и любовью. Так, здравствуйте, Степан. Здравствуйте, здравствуйте. Скоро начнется абсолютно любовь. Она уже вот-вот, уже почти началась, и осталось совсем чуть-чуть. Скоро милиция будет ходить по улицам и дарить друг другу цветы. Друг другу? Друг другу. Именно друг другу. Передай привет маме с папой. Вот, собственно говоря, так и проходит наша прекрасная жизнь в атмосфере радости и любви. Долой все страдания, одна любовь. Раз, два, три. Это просто полный бред. Мы такие разные, что это просто полный бред. Просто полный бред. Дорогие друзья, наша планета вертится и вращается с прекрасной скоростью. С прекрасной скоростью распространяется звук. Музыка создана для любви. Друзья, все круто. Смотрите, как все прекрасно вокруг. Хватит грустить, хватит унывать. Жизнь великолепна, создана для счастья. Живите и дарите жизнь другим. Я вот какую ноту спел, я не знаю. Отдай себя, подари ему заботу свою, всю-всю, свое тепло, свою мечту, под словами любви не подводи черту. Раз, два, три, четыре. Как дань.